MakerDAO утвердил стабильную монету USDS как третий тип обеспечения протокола Maker. Решение было принято в результате голосования. Держатели MKR приняли USDS в качестве нового залогового актива в протоколе Maker. USDS – стабильная монета, поддерживаемая долларом США, является третьим типом обеспечения, одобренным управлением Maker. Соединяя Ethereum и BAT, теперь USDS можно использовать для открытия хранилищ Maker, для генерации DAI, говорится в блоге Maker. Оставайтесь с нами. We'll be right back.